Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Доброго дня, дорогі друзі! З вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Назалешко. А сьогодні у мене в гостях власниця піар-агенції, блогер, чудова жінка Ольга Зубко. Всім привіт! Вітаю нас в студії. Одразу до справ. Хотілося б запитати, Зеймір, що це таке, що це за платформа? Тому що я взагалі вас побачив саме там. І ваші твори, і те, що ви висловлюєте. Очень приятно, что вас смотрят. Вообще, в принципе, Замир — это площадка для мирных и разносторонних блогеров. То есть изначально подразумевалось, что блогеры будут собираться, обсуждать какие-то темы, и у всех будет свое мнение. И допускается, что оно может быть разным, не так, как на нашем украинском телевидении, к сожалению. Может допускаться, что оно будет наветь и немирным, так? Да, но в пределах и в рамках мира, давайте так скажем. То есть мы... Тобто якась градация все ж існує там. Мы не воюем, мы высказываем свою позицию, мы пытаемся как-то улучшить нашу страну не только одним словом, но и делом, но в рамках мира, потому что мы всегда и всех призываем только к миру. Нашей Украине давно нужен мир. Я с вами погоджуюсь. Хотів би ще запитати наступне. Чому ви вирішили, що ви можете займатися піар-агенцією? У вас є якийсь досвід цікавий? Я, в принципі, до чого підвожу? Я знаю, що у вас є цікавий, найцікавіший досвід в роботі з політиками. Ви знаєте, про кого я зараз запитаю? Я навіть не маю ніякого уявлення, про кого ви зараз запитаєте. Тоді я вам скажу, ви працювали разом з Олегом Валерійовичем Ляшко. Скажіть це вслух. Да. От скажіть вслух, як вам сподобалось взагалі, що це за людина? Тому що він, на мою думку, дуже експресивна людина, але мені здається, що якщо камери вимикаються, то він якось себе по-інакшому поводить. Чи я правий? Вам здається. На самом деле, да, он очень экспрессивный человек, но тут мы друг друга нашли, я тоже такая же. 5,5 лет я работала у него пресс-секретарем, в его пресс-службе, мы прошли Крым и Рим, мы были везде. И да, у нас он такой, он очень запальный, но... Наскільки запальний? На дуже запальний. Може так накричати сильно? Може і булавою кинути, і закричати, але потім вибачається. Є у нього така фішка, що він може вспилити, але завжди він добре відносився до своєї команди. Я щось пропустив, а звідки булава? Начебто президентом ще не був Олег Валерійович, чи він сподівається? Ну, почти був третє місце на президентських виборах. Завжди на його столі лежала булава. Завжди, так що майже президент. Добре, я хотів би тоді знов трохи в цю тему поглинутися. Дивіться, деякі люди, які до мене приходили, я з ними розмовляв стосовно нашого експресивного Олега Валерійовича, і вони казали, що брак з Росією – це фікція. От, в принципі, я перепрошую, що я отак ковиряюсь в цьому питанні, але скажіть, це фіктивний брак? Чи це дійсно любов і все, що слідує за цим? Ну що за питання? Звичайно, це любов. Ну, на самом деле, один і той же вопрос від всіх звучить завжди, поэтому я не удивляюсь. Я знаю Роситу очень давно, очень хорошо, з перших же дней нашого знакомства. Ну, понятное дело, наверное, сам шаг з браком – це був такий піар-ход перед последніми виборами, но Роситу я знаю давно, ще раз повторяю, Влада, дочка Олега Валерійовича, несомненно, посмотрите, це просто Олег Валерійович з длинними волосами, то есть она очень на него похожа. Ну, а то, что, понятно, чего не сделаешь ради того, чтобы пройти в парламент, ты, к сожалению, не проходишь. Вот так. То есть это не допомогло? Не допомогло. Ні корови наші не допомогли, ні корови допомогли, до речі, в перший раз, коли ми пішли. А я думаю, що все рівно це, наприклад, допомогло Росії, тому що люба жінка, вона хоче мати чоловіка, так. Ну, може, може. Чоловіка і 12 собак. 12 собак, що ви маєте на увазі? Ну, вони живуть з Ляшком в домі в нього. Ого! Різні, він підбирає собачок, він дуже любить собачок. Тобто він непогана людина. І він навіть сам, так, він навіть сам приймає пологи у собачок. Не бачили це з його інстаграм? Подивіться. Ні, цього я ще не бачив. Подивіться, прямо мислі. Давайте, може, я і не буду навіть на це й дивитися, тому що нервова система у нас в Україні має бути нерозхитана. Давайте її цінити і берегти.
Скажіть, от ви, в принципі, така активна людина, ви виявляєте свою політичну позицію постійно. І, ну, я просто на прикладах своїх друзів, я дивлюся, що в парах виходить так, чоловік, він такий активний, політично активний, а дружина, вона так, ну, нівелює це все. Тобто вона така спокійна, нічим не займається, в принципі, ну, стосовно політики. От дивлюсь я на вас. Пригадую ті вірші, які ви пишете, читаєте. Ваш чоловік, він от якраз займає ту позицію, що він нівелює вашу політичну енергію. Чи він також як Ні, такий запальний? Ні, на самом деле мой муж політолог по образованию, у него он політолог. Вот вам здрасте. Да, вот вам здрасте. Но он такой латентный політолог, потому что он не высказывает свою позицию. Он вообще, в принципе, у меня человек не очень публичный, не любит это и не понимает, как я могу постоянно вот работать на публику. И поэтому, нет, у нас точки зрения абсолютно сходятся с ним. Это 100%, он всегда меня поддержит, говорит, что я права, но вот он более спокойный, не такой, как я. Активний і не так много розмовляє, як я. Ну, все рівно, значить, все рівно він вас в чомусь доповнює. Да, 100%. Он лисий, а я з волосами. Це супер. Ну, інь-янь. Повний інь-янь. Да. Да, це добре. Дивіться, хотів би запитати. Ну, ми знаємо, що зараз пан президент Зеленський готується до зустрічі в нормандському форматі. І хотілося б дізнатися вашої думки, тому що ви миротворець, як ви стверджуєте. Як ви ставитесь взагалі до цієї зустрічі? Вона принесе щось позитивне для України чи ні? Давайте для начала, як я ставлюсь до президента Зеленського. Ви коли, кажете зі сторони президент Зеленський, мені аж сміятись хочеться. І, в принципі, це смішно, тому що Зеленський, президент. Ну, ладно, не будемо об этом. Я перескакиваю з русского на український. Ми ж знаємо два язика, можна, да? Поэтому, що я скажу о нормандському форматі? Не було його з 2016 року, якщо я не ошибаюсь, да? Тоді зустрічались 4 президента, говорили о том, что о дорожной карте исполнения Минских договоренностей, которые, в принципе, не были исполнены. Сейчас Макрон, да, если я не ошибаюсь, призывает встретиться опять, поговорить о том же, да, об исполнении, о мире в Европе, в принципе. Говорят, что от 2016 года эти нормандский формат блокировал Путин. Та говорять злі язики. Не знаю. А що кажуть добрі язики? А добрі язики кажуть, що не було в нас такого президента, який би міг зустрітись з Путіним і хоча б по телефону з ним нормально поговорити. У нас, знаєте, нав'язують завжди, у нас все плохо в країні. Ми, як Порошенко, дзвонив, да, Путіну і говорив, або не дзвонив, а говорив з телеекранів, який він плохий. Тут Зеленському вдалося позвонити і не наговорити гадості, а просто о чому-то договоритися, так уже парахобот, извините, можна говорити, да, таке слово в студії? Ну, вам можна. Спасибо. Парахоботы уже взъерепенились и начали как-то, да, эту тему обмусоливать, что нет, нельзя ни в коем случае. А на самом деле, чего ж тут плохого, да, что президенты встретятся, поговорят и, может быть, до чего-то хорошего дойдут, и, может быть, хоть какие-то там росточки мира появятся у нас. Ну, это же хорошо, наверное. Ну, в принципі, а переговорна позиція у нашого президента, ну, більш-менш нормальна, чи все ж слабка? Це ми подивимося на самих переговорах. Поки те, що він говорить, в принципі, я думаю, українцям імпонує. Потому что он пытается делать вот такую позицию, стоять на позиции и вашим, и не вашим, и не нашим. И вашим, и нашим, точнее. Посмотрим, как оно будет. Ну, ви сподіваєтеся, що все ж ми зможемо, вірніше, пан президент зможе задовольнити наші, скажімо так, очікування. Тому що, чого мене це цікавить? Тому що, ну, за останні 2 тижні дуже сильно впав рейтинг президента. От. І, в принципі, ми можемо сказати, що зараз він, скільки там, 50%, і це непогано. В принципі, будь-який американський президент мріяв би мати стільки відсотків, але тенденція дуже така, скажімо, негативна. Ніхто ще так швидко себе не закапував, як ця партія, але це зараз питання не об цьому. Я сподіваюся, що наші якісь сподівання і надії все-таки оправдає не наш президент, а той, який підтолкнув до цього шагу, і той, це Макрон, да? І той, хто розрішив, допустив це все, то есть Путин. То есть мы прекрасно понимаем, что, да, если бы он не допустил отпустить моряков наших, то их бы никто не отпустил. Если бы он не допустил до ситуации, чтобы провести все-таки встречу в нормандском формате, то этого бы не случилось.
То есть ми будемо надіятися, що вони всі готові каким-то переговорам і щось путнє. Тобто вони скорше за все хочуть, щоб у нас прекратилися якісь бойові дії. Ну, чи це наша просто думка, наше бажання? Я думаю, вони хочуть договоритися і рішити свої питання. Ну, говорять, що головною темою розмови буде те, що треба рішити до 1 числа, до 1 января, тобто газ, правильно я розумію? Ми подивимося. Хоча наш любезніший, любіміший новий прем'єр-міністр Гончарук сказав, що не буде никакого этого газа с России мы не будем получать, ну, потому что это сдача национальных интересов. Ну, если вы, да, как вы ставитесь взагалі до такой формулировки, до Гончарука? Ну, и до Гончарука, и до формулировки, что, например, если вы напрямую купуете, то, в принципе, этого нельзя делать, а если вы через посередников, то, в принципе, тогда он, ну, не будет. Как бы я считаю, что российский газ, он и остается российским. И сдача национальных интересов это далеко не то, что мы покупаем газ у России, а сдача национальных интересов, когда мы покупаем его втридорого из другой страны. Это позор и сдача интересов национальных. И то, что это продолжает делать новая власть, для меня это печально. Хотя, наверное, давайте будем честными, мы все им начинали верить. Так, да. И, в принципе, выборы це показали. Выборы и мажоритарщиков, и всех людей. Ну, хотілося б тоді до такої теми, яка, в принципі, і вплинула на цю негативну тенденцію рейтингу президента – ринок землі. От, хотів би вашу думку почути стосовно ринку землі. Ви підтримуєте цю ідею, цей закон? Чи, може, не підтримуєте? Ви так, може, не підтримуєте? Я, наверное, я просто чому це задаю таким чином, тому що я, насправді, дуже рідко зустрічаю людей, які підтримували б. І може статися так, що ви саме та людина, яка скаже. Ні, я не з тих, я, звісно, не підтримую, тому що це теж задача національних інтересів. Ми, виходить, починаємо розпродавати нашу країну по мілким кусочкам, і хто би говорив, не говорив о том, що будуть покупати тільки українські бізнесмени, де у них є гроші. Ми зараз повністю вбиваємо цими несколькими законами, вбиваємо повністю малий і середній бізнес в нашій країні. О каких национальных интересах идет речь? У нас будут стоять кассовые аппараты. Ну ладно, многие говорят о том, что это правильно, неправильно. Мы продадим землю. Понятное дело, что никто ее у нас не купит из наших бизнесменов. Мы по-любому будем продавать ее не нашим бизнесменам. Для этого мы будем проводить референдумы, как сказал наш глубоко уважаемый президент. А для того, чтобы провести референдум, мы потратим еще, извините, кучу бабла на то, чтобы его провести. И получается, вот наша власть, скорее всего, я так предполагаю, не буду клеветать и грешить на них, но, скорее всего, они в любом случае заработают два раза. И на референдуме, и на земле. Правильно? Правильно. Ну, заробляться, це ж непогано. Ну, коли це роблять усі разом, то, може, це і непогано. А коли це робить хтось один або 450, ну, це якось обідно. Я так бачу, що у вас до всіх є, в принципі, якісь претензії. Мені всі не подобаються. Мої підписники на каналі кажуть, що я... А може є хтось, якась людина, якийсь політик, до якого ви ставитесь добре? Ну, я не скриваю своїх, як би, своїх таких теплих чувств к некоторим політикам. А ви могли б нам тоді... Ви хочете фамілії? Фамілії, явки, паролі. Ви хочете, щоб я сьогодні сказала Ляшко, так? Це буде не він. А чому? Він же приймає пологи у собачок. Собачками хорошо, пусть собачки за него и голосуют, в принципе. На самом деле я к нему хорошо отношусь, но он хороший человек, но он, ну, такой себе политик, извините. Ну, может, он политик и хороший, но давайте опять говорить о национальных интересах, которых, удовлетворение которых мы все так прагнем. Поэтому, ну, наверное, для меня такие, как Елена Бондаренко, женщины, умные, красивые, талантливые политики, которые в этом что-то понимают. Для меня главный показатель политика, синдром политика, это то, что он должен понимать вообще, что он делает. Каждый должен заниматься своим делом. Если я училась на пиар, я пошла работать в пиаре, я совершенствую свое мастерство и занимаюсь этим дальше. Если кто-то пошел работать в политику, он должен совершенствоваться там и заниматься этим дальше, правильно? То есть вот Бондаренко, Новинский, не надо в меня плеваться и говорить, что он очень пророссийский, скоро мы все станем пророссийскими с такой властью, которая не хочет из нас делать проукраинских. Вот этими вот, видели последние новости, где под Харьковом где-то раскрасили памятник Ленину, как он еще
еще там остался, я не знаю, в жовто-блакитный колер. Ну, это же просто, вот они нивелируют нашу любовь к стране. Ну, разве нет такими поступками? И поэтому, я боюсь, мы скоро все куда-нибудь это, не дай бог. Добре. Начали об одному, закончили об другому. Зараз я насправді хотів би задати дуже таку серйозну тему, яка мене, в принципі, ну, новина, яка мене шокувала. Чесно кажучи, це відбулося 1 грудня у центрі Києва. Була стрілянина і загинула дитина, яка знаходилася в салоні автівки. І що лякає, не те, що це... Взагалі відбувається. Це відбувається в центрі Києва. Це частіше і частіше якісь такі страшні речі, які, наприклад, 5 років тому на голову не налазили би. А зараз я відчуваю, що люди, в принципі, починають до цього відноситись як до чогось вже нормального. На вашу думку, що нас очікує? Чи можна цю тенденцію змінити і що взагалі треба зробити? Я вибачаю, що це дуже складне питання. У мене, чесно кажучи, немає відповіді на це. Від того я перекидую це на ваші жіночі плечі. Я не знаю, що сказати. Я сама мама. І пару тижнів тому стала мамою вдруге. І для мене, в принципі, смерть дитини – це я навіть не можу уявити. І опять перехожу на русский. Не знаю... Вот я считаю, что какими бы ни были, вот, да, это парахобот его называют, и некоторые говорят, так ему и надо. Нет, я так не скажу. Я никогда не поддерживала Порошенко и его партию, но я считаю, что вот это вот, то, что случилось, да, с этим вот депутатом, он депутат от солидарности, кто не знает, то, что случилось с его ребенком, это доказательство того, что Мордор не там в России, где говорят, да, а у нас вот здесь. Потому что когда... Кстати, говорят, что уже раскололись эти ребята, и что они воины света, насколько я знаю. Не знаю, известно ли вам это. А у нас воинов света принято, ну, как бы, чествовать за такие поступки. Напоминаю вам недавнюю ситуацию с мостом в центре Киева, да, который хотел взорвать атошник во имя любви. Так и вот ему простили и еще, наверное, наградят за это. И как в центре Харькова повесили к столбу сепаратиста, примотали. Во Львове мы вообще молчим, что в этом делать. Я не говорю, что люди, в принципе, плохие, люди везде хорошие. Но то, что происходит сейчас, это ни на какие вообще, ни в какие ворота не лезет. И я не могу даже, видите, я даже запинаюсь и не знаю, что мне сказать, потому что мне очень страшно и печально, что для нас вот это вот становится нормальным. Эти окна Авертона двигаются, двигаются. Если сначала для нас это было неприемлемо, то сейчас, а потом, когда мы понимаем, так это атошник сделал, да ладно, ему все можно. Никому нельзя такое делать. Каким бы человек ни был, что бы он плохого не сделал кому-то, убийство, а тем более ребенка, ну, я не знаю, что сказать. Пусть они сейчас говорят, что это было случайно, что хотели убить его. Ну, в смысле убить? В центре города, расстрелять? А какой вообще власть в первую очередь должна думать, наверное, о безопасности граждан страны, которой у нас нет? У нас могут за какое-то не такое слово пойти на миротворец занести, все будут знать твой адрес, придут и расстреляют тебя и убьют. Знать, какая у тебя машина, и где ты живешь, и как ты с ребенком в школу ходишь. Мне не раз угрожали за мои стихотворения. За что? Я не пошла, никого не убила. Я просто высказала свою позицию. Или в нашей стране тоже этого делать уже нельзя? Я зараз спробую перевести це трохи іншу постать. Ответа я так и не нашла, простите. Я понял, да. Ми всі зараз шукаємо цю відповідь. Скажіть щось позитивне. Щось позитивне, що нас очікує, може, в наступному році. Може, щось позитивне трапилось вже зараз, і ми просто не знаємо. От, давайте. Знов на ваші жіночі плечі. Із позитивного скоро Новий год. Это самое позитивное, что может с нами случиться пока что. А там будем надеяться. Тобто, доставайте ваши схованные гроши в долларах и меняйте их по курсу 24. И едьте в Вену пить кофе по безвизу. Это может позволить себе каждый украинец. Ну, это правда. В наших мріях. Позитивная так, правда. Да. Дуже, дуже дякую вам за цю розмову. В рамках нашого громадського опитування ми цікавимось думками наших відомих блогерів. Давайте подивимось, що сьогодні вони нам розкажуть. Це ТВУ! Топ-блогери України. Кстати, тут некоторые мои зрители начали меня же обвинять в том, что я чересчур рьяно взялся критиковать «Слуг народа» и совсем забыл о Порошенко и его команде.
Сразу скажу, что я о них не забыл. Просто понимаете, тут что ни день, то сюрприз за сюрпризом прилетает от партии Зеленского. И такие сенсационные сюрпризы, что молчать о них просто нельзя. Итак, начнем. Вчера бывшая журналистка, а ныне народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, передаю дословно, что следует приглушить свободу слова в Украине. Пора приглушить свободу слова депутата «Слуги народа». Прямая речь. Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить из уважения к институту президентства, фильтровать свою речь. Такие слова «Слуга народа» сказала, комментируя дело в отношении своей коллеги Софии Федины и волонтера Марусі Звіробой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Она добавила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федины, но не за привлечение к ответственности. То есть получается, что из-за заявлений каких-то больных на голову двух куриц надо затыкать рот журналистам и блогерам, чтобы поменьше было критики в адрес действующего президента. Так получается. То есть получается, что из-за Федины и еще одной м***ны нужно ограничить свободу слова в Украине. Это что за маразм? И еще что бросается в глаза. Голосовать за привлечение Федыны к ответственности этот депутат от «Слуги народа» не хочет, а ограничить свободу слова в Украине из-за нее она хочет. А если завтра, допустим, Олег Ляшко начнет в своей резкой манере критиковать Зеленского, то что, это тоже будет причиной ограничить свободу слова в Украине? Вот так и хочется в который раз спросить у Зеленского. Но откуда взялись в вашей команде все эти недалекие люди? Вот смотрите, совсем недавно прошла информация, что нынешняя власть хочет контролировать YouTube. Комитет Верховной Рады обсуждает регулирование YouTube над Советом по вопросам телевидения. Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания могут предоставить полномочия для регулирования YouTube. Об этом во время конференции Team 2019 Telecom IT Media рассказала заместитель главы Нацсовета Ульяна Фищук. «Вполне вероятно, что YouTube подпадет под регуляцию», — сказала она, отвечая на вопрос модератора дискуссии по регулированию. По ее словам, решение еще не принято. Его должен принять комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который готовит новое законодательство. «Но мы точно будем регулировать интернет-каналы, радиостанции и телевидение. Законопроект, который это будет регулировать, пока в стадии разработки». Понятное дело, что если власть захочет взять под контроль YouTube-каналы, то блогеры молчать не будут, и последует очень жесткая ответная реакция. А учитывая, что сейчас и многие действующие политики и депутаты, и бывшие заводят себе YouTube-каналы, то понятно, что обманывать народ и втюхивать различную информационную туфту и одурманивать народ через свои телеканалы у олигархов не очень-то и получается. И я не хочу хвастаться, но мне, допустим, приятно, что многие мои зрители из стран Европы мне пишут, что мы все украинские новости узнаем из твоего канала, а телевизионные новости уже не смотрим. А поэтому, видя, что очень многие блогеры правдиво подают информацию на своих каналах, власть и хочет закрыть нам рот. И вот очередная новость. Блогеров заставят платить налоги? За власть готовит законы о контроле онлайн-СМИ. Минкульт и Комитет Верховной Рады по вопросам регулирования информполитики предложили модель регулирования онлайн-СМИ и контента. Какие у нее больные места? Национальная Рада по вопросам телевидения и радиовещания становится универсальным регулятором. Он займется всеми субъектами медиарынка, включая украинские онлайн-медиа и вообще все медиа и цифровые платформы, работающие в стране. Такая идея прозвучала вчера вечером в зале заседания на Садовой 5. Руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, экс-руководитель 1+1 Игоря Коломойского, собрал ограниченный круг представителей онлайн-медиа и решил с ними посоветоваться. Зайдет ли предложение? Приглашали, по его словам, АБОС, Лиганет, РБК, Вокс Украйн, Правда, ЛБЮА, 24 канал и несколько агентств. Я попросил вас не быть безучастным к этому вопросу. Мы все равно это зарегулируем. А вот то, как мы это зарегулируем, сильно зависит от вас. Вот один из главных месседжей от инициатора встречи. Ткаченко показал драфт нового закона о медиа, который до конца года должен уйти в Раду. Там норма регистрации онлайн-СМИ, которые работают в Украине, а также регистрация соцсетей Google, YouTube, Facebook с целью последующего их налогообложения. Я сразу хочу высказать точку зрения по этому вопросу. По налогообложению у меня вопросов нет. Налоги должны платить все. Это понятно. Но вы знаете, у меня какое-то нехорошее предчувствие. Как бы ни вышло так, что под видом налогообложения власть не начала жестко контролировать и самих блогеров, и их деятельность. А теперь смотрите. Перед тем, как указывать и блогерам, и предпринимателям, и различным коммерческим структурам,
что надо платить налоги, то в первую очередь свой личный пример должна показывать партия «Слуги народа». А ведь на деле получается все наоборот. И так очень интересная и противоречивая информация появилась о политической партии «Слуга народа». Оказывается, официально она не нанимала на работу ни одного человека и не тратила средств на заработную плату сотрудникам вообще. Об этом сообщает сайт Комитета избирателей Украины, ссылаясь на финансовый отчет партии. Таким образом, в графе под названием «Работники состава аппарата партии» у «Слуги народа» указан ноль. Для сравнения, в «Батьковщине» работают 73 человека, в «Европейской солидарности» 46, в «Голосе» 3, в «Партии Ляшко» 20. И кроме этого, партия Зеленского не зарегистрировала ни одной местной ячейки партии со статусом юридического лица. Что самое интересное, за анализируемый период партия «Слуги народа» потратила 240 миллионов гривен, из которых на зарплату не потрачено ни копейки. Правда, это все вызывает большие недоумения? Как же так? Провладная партия, где все время говорят, что экономику нужно выводить из тени, а сами, оказывается, платят людям за работу в конвертах. Так получается. И вот журналисты задают вопрос главе Комитета избирателей Украины Алексею Кошелю. Давайте послушаем его ответы. Давайте спробуем уявить, что собой являет партийный офис. Як правило, це лише прес-служба в районі 10 і більше людей. Це аналітичний відділ 5-7 людей, це оргвідділ близько 10. Тобто для нормального функціонування політичної партії, коли ми говоримо про парламентську політичну силу, яка має намір приймати участь у виборах, яка реально працює, лише партійний апарат має становити в районі 50 чоловік, можливо навіть значно більше. І я не можу уявити, щоб, скажімо, на волонтерських засадах працював бухгалтер, працював секретар, працював охоронець офісу, працював водій, працював комп'ютерний фахівець. Тобто от подібної масштабної благодійності я уявити не можу. Я от лично повністю соглашаюсь з даним товаришем, тому що в своє время возглавляв партійний регіональний офіс. І у нас всі, хто там працював, юристи, оргінструктори і так далі, всі отримали офіційну зарплату на банківську карточку. Тобто цифри про нульові показники працівників центрального апарату і регіональних апаратів політичних партій може свідчити лише про одне, що працівники партій працюють в тіні і отримують заробітну плату у конвертах. Ви розумієте, що відбувається? Партія влади сама працює в тіні, самі платять зарплату своїм працівникам в конвертах, а інші хочуть заставити платити налоги. І ще. Вот партия «Слуги народа» проводила партийные конференции, съезды и так далее. Ведь за помещение, где проводятся эти мероприятия, нужно платить деньги. И нужно, чтобы эти деньги проходили легально. А раз отследить такую проплату не представляется возможным, значит налицо нарушение финансового законодательства. То есть абсурд получается. Нам «Слуги народа» пытаются втюхать, что они работают на партию безвозмездно, то есть даром. Без воза, без дыда. То есть даром. А, даром. Понятно. Так если вы, ребята, работаете даром и не платите налогов, то тогда и все остальные тоже должны с вас брать пример. Трудиться и не платить налоги. Так получается? Тобто я думаю, що подібні показники мали б зацікавити Нацагентство з питань запобігання корупції. Я не думаю, що вони мають реальні важелі впливу, але принаймні навіть привернення уваги до цього факту з боку НАЗК повинно змушувати партію легалізовуватись. Ну і після всього вищесказаного, заявлення ізнане із фракції «Слуги народу» Анни Скороход кажуться вполне достовірними. Я имею в виду те заявления о том, что народные депутаты «Слуги народа» получают дополнительную заработную плату в виде поощрения в конвертах. А теперь смотрите. Скоро грядут местные выборы. А у партии «Слуги народа» нет ни одной официально зарегистрированной местной ячейки. А если легально ячейка не зарегистрирована, то получается, она не может легально тратить деньги. То блогеры Украины. Тут немає табу. Ольга, дуже дякую вам за те, що ви були у нас сьогодні в гостях. Дуже позитивна розмова вийшла з вами. Я сподіваюся, що ми ще не раз тут з вами зустрінемося.
Дорогі друзі, а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «То блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.